Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. В этом видео я покажу посылочку с сайта Parfums.ua. Вот такой красивый пакетик они мне положили. Раньше такого не было, красный. И очень-очень приятно стало. Вот такую посылочку сейчас мы с вами распакуем. Здесь косметика, как вы уже могли догадаться. Так что оставайтесь со мной, кому интересно. Приятного просмотра. Так, начнем разбор моей посылочки с Parfums.ua. Досмотрите до конца, самое интересное в конце. Итак, начнем. Первое, это бабушка заказала, чтобы я купила ей вот такой бальзам Гинка Билоба и Сафора при расширенных сосудах ног и чувстве дискомфорта. В общем, это даже не аптечное, да, средство, это просто бальзам. Экола это делает Биокон, 50 грамм, не знаю, мне кажется, он ничего не дает, но моей бабушке помогает чисто как самовнушение, мне кажется, потому что, ну, не может за 30 гривен, вы же понимаете, если у вас есть конкретная проблема с венами, крем вам что-то убрать. Да, он от отечности и усталости, ну, ей как бы помогает, не знаю, взяла по ее заказу. Дальше я взяла попробовать первый раз вот такие Миралин. Это Украина наша делает, да, маски. И он такой пакетик, похож как пакетик из-под семян. Я думала, будет большая упаковка. Экспресс-маски, косметические подушки с лифтинг-эффектом. Здесь две штучки, 100% натуральный продукт. Значит, что это такое? Так, сейчас переведем. Значит, эту подушечку нужно смочить кефиром или водой, если представляете, кефиром, и оставить на 10-15 секунд, чтобы она набухла. А дальше размять ее пальчиками, когда пойдет выделение клейкой вины. И протирать этой космической подушечкой лицо, шею, декольте. После протирания оставить на 3-5 минут. И смыть. Экспресс как маска такая интересная. Вы знаете, я взяла, потому что цена была бюджетная, что-то там 20, в общем-то, гривен за две штучки. И были хорошие отзывы. Пишут, так, такая классная вещь. В общем, как просто разнообразить для масочек, которые натуральные. Хочу попробовать. Дальше. Дальше вот основная моя покупка. Это, девочки, самая обалденная маска в мире. Я вам говорю, для волос. От компании Irene Bucur. В России ее нет, насколько я знаю, только для Украины. Это живая косметика. Я не буду сейчас долго рассказывать про этот бренд. Он очень давно уже у нас на рынке. Я одна из первых, наверное, кто пробовала его лет 6 или 7 назад. И тогда я пробовала и пользовалась этой маской. Сейчас и, честно говоря, забыла за этот бренд и не пользовалась, потому что они очень-очень подняли цены. Тогда эта маска была обалденная. Сейчас она стоит 211 гривен. У кого есть возможность, попробуйте. Она идет натуральная, без парабенов. Масло авокадо, кератин, экстракт люпина и хвоща. В общем, вот так она выглядит. Она действительно, я помню, когда наносишь, давала обалденный эффект. И это, девочки, не те силиконы, которые мы пользуемся в обычных масках, которые дают эффект, но только временный. А она действительно волосы изнутри лечит. Тут пишут на 2 минуты, я наносила ее на больше, конечно. И здесь, видите, после открытия всего 6 месяцев, потому что здесь очень хорошие составы, у них обалденные. Косметика вообще супер. Кто с ней не знаком, познакомьтесь. Конечно, цены у них не бюджетные, поэтому я и перестала пользоваться. Ну, будем ждать каких-то скидок, тем более на Parfums, на мейкапе есть эта серия. Вся косметика можно приобрести по одной штучке и даже дешевле, чем у них на официальном сайте. В общем, напишите, интересно ли вы будет узнать больше про эту марку Irene Bucur, про такую, это даже не натуральная, это живая косметика. Они на этом очень-очень сильно обращают внимание, что даже лучше, чем натуральная. Живая, это прям вообще живая. Супер-пупер, в общем, как они себя представляют, компания. Поэтому, если вам интересно будет, я больше как-то остановлюсь на этой марке, сделаю, возможно, отдельное видео, напишите в комментариях. Следующее, чтобы еще добавить к моему маленькому заказику, я в AdSense дальше продолжаю брать масочки по скидке 22 гривны. Корейские обалденные, мне нравятся. В этот раз взяла с апельсином и какой-то витакомплекс. Мне они очень нравятся по такой скидке. Это называется «Грех не взять».
И дальше взяла по скидке ушастый нянь крем-мыло. Это мое, как говорится, дежурное мыло. Без него никуда. Если оно есть по скидке, всегда его беру. И можно и детей мыть. Я мою, мне нравится Невская косметика. Оно не дает никаких аллергических реакций, раздражений. И просто для рук у меня стоит. В общем, говорю, мое дежурное постоянное мыло. А сейчас я покажу, только что принес курьер, еще небольшую мою покупочку, заказ с сайта makeup.ua. Давайте откроем же ее вместе с вами. Значит, здесь всего одна покупка, бальзам Eucerin Aquaphor. Я вам скажу, это для моей мамы, врач-дерматолог выписал ей, это аптечная косметика, я думаю, многие ее видели. Очень классный бальзам, который даже можно использовать деткам. Вот видите, от опрелостей, можно использовать для различных, значит, если у вас есть различные раздражения кожи, повреждения кожи, он помогает регенерировать, да, кожу. То есть тут нету консервантов, не комедогенный, можно даже для младенцев. В общем, очень классный крем, не бюджетный, но врач выписал, поэтому советую всем. Не, пока советовать не могу, еще не пробовали, но по совету врача, скажем так, мы его приобрели. И если есть какие-то раздражения, будем пользоваться. Спасибо, друзья, кто были со мной. Повторюсь, что кому интересно про эту косметику и мой отзыв на эту масочку, напишите в комментариях, и я сделаю отдельное видео, отзыв и про эту марку. Маска, повторюсь, просто обалденная. Поэтому спасибо всем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.